звучит государственный гимн Республики Беларусь. Никита, номер 22, Ермакович, Фром.
номер 23, Серченев Денис. Футбольный клуб «Витязь», номер 1, Семенков Егор, номер 2, Князьков Илья, номер 3, Федеев Захар, номер 4, Кириленко Кирилл, номер 9, Кравец Захар, номер 10, Морозов Иван, номер 11, номер 14, Радик Александр, номер 15, Медведев Артем, номер 21, Прыгун Вадим, номер 22, Крюковский Владислав, запасные игроки, номер 16, Барганов Владислав, номер 3, Перемотра. Архидовский Артем, тренер команды Прасков Александр. Yeah.
другой. Давай, давай!
Помогайте! Помогайте! Ура!
Yeah.
Что ты в лампу кидаешь? Что? Говорят про вас, что не банк, а что, блядь. Саня, давай. Давай.
там и пройти. Что вы делаете? Что вы делаете? Вот, сами себе! Играйте жестче с ними, увидите, они вас хуячат. Что вы с ними как с бабами играете? Привет, привет! Thank you.
Я желаю вернуться.
Влад, давай, Влад. Давайте, парни, давайте! Ой, туда, туда, вот. Хорош, Вальди! Миша, блядь, Миша. Он подорвался, блин, команда 7 минут.
этого припадка сбился. Хорош, вот, справа. Право, умный. Рэп, надо подглядывать на это, чтобы Работа, работа! Чужие!
тут ты видишь, да, куда он идет? Тут ты, блядь, видишь, а тут нарушение, ты не видишь нихуя, блядь. Он тушел не с моего, блядь, не видит. Постоянно стоят, вы не видите. Микрофон тебе зачем? Штрафная площадь. Правила почитай. На штрафной площади там стоит. Да выходите вы сразу, не играйте! Давайте, подпускайте, Леша! Убирайте нас, знаете, отходите! Все, разъедите! Давай, давай, давай!
падал, сам падал. Поднимайся!
Thank you.
Да,
Thank you.
Мяч в ворота футбольного клуба «Витязь» забил номер 10 Габищевич Родион.